Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Видеообзор подготовлен специально для интернет-магазина F-Magazine. В данном видеообзоре хотелось бы рассказать о сравнительно недорогой, но в то же время качественной колеблющейся блесне от компании Герман. Моделька у нас идет под номером KR202. Данная блесна имеет вес 15 грамм и расцветка в данном случае 0,1. Блесенка поставляется на такой вот картонной упаковочке. Данная колебалка оснащена тройным крючком от компании Мустад, что я считаю довольно-таки неплохо в данном ценовом сегменте. Крючки хоть и недорогие, но вполне достойные по своему качеству. Блесенка у нас выглядит таким вот образом. Длина данной колебалки у нас составляет порядка 73 мм. Блесенка у нас узкая, имеет явные боковые изгибы. S-образные линии, довольно выраженные, особенно ближе к хвостовой части. У блесны присутствует явная продольная вогнутость. Также блесенки имеется такое вот округлое отверстие ближе к хвостовой части. Создано это для того, чтобы при проводке блесна создавала дополнительное возмущение воды. На лицевой поверхности блесна имеет такие легкие гравировки в виде полосочек, имитирующие, если я не ошибаюсь, наверное, боковые какие-то плавники. Внутренняя часть блесны также имеет гравировку в виде логотипа данного бренда Герман, соответственно, и указан вес 15 грамм, что довольно-таки полезно, на мой взгляд. Блесенка имеет хромово-зеркальное покрытие с обеих сторон, оснащена колебалочка двумя заводными кольцами, колечки качественные и с толстой проволоки с довольно-таки плотным витком. Блесенка оснащена имитацией хвостового плавничка. Данный пластиковый плавничок имеет прозрачность и также имеет розовый оттенок. Установлен, опять же повторюсь, мустадовский крючок на удлиненной ножке. Крючок из довольно-таки мощной проволоки, отличный по своей заточке. Здесь все без нареканий. Общее качество блесны отличное, если опять же учесть стоимость данной блесны. Колебалка обладает отличными полетными характеристиками, подойдет для применения не только на стоячей воде, но и на водоемах с течением. Отлично подойдет для ловли щуки, крупного белого хищника и судака. Ну и в прилове может попадаться окунь. Данную блесну можно приобрести, пройдя по ссылке в описании под видео на сайте интернет-магазина F-Magazine. Также в описании под видео можете найти промокод RYBALKA34, который дает скидку до 20% на многие бренды, представленные в ассортименте данного интернет-магазина. Всем, кому данный видеообзор был полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии под данным видео. Всем спасибо за просмотр. До свидания.